На газовых заправках Актобе образовались очереди. В городе вновь возник дефицит газа. Чтобы заправиться, водители ждут по несколько часов. С чем связана нехватка и почему, несмотря на принимаемые меры, проблема не решается из года в год, выясняла Эльмира Ержанова. Очередь к этой заправке водители занимают уже с утра. Машины выстраиваются в два ряда, но ждать все равно приходится часами. Эта заправка одна из немногих, где газ выдают не только по талонам, но и за наличный расчет. Везде так. Газом нету. Мало газа. Чуть-чуть дороже стало. Сейчас 59 тенге сейчас. Было 54, 55. Говорят же, что газ хотят поднять. Вот для этого, может быть, и делают. Вы со скольки стоите? Сколько ждете? Час уже. Газжух, я. Да, газа нет. На многих выдают по талонам только. Мы уже долго ждем своей очереди. Решать вопрос в Акимате пытаются, приобретая дополнительный объем топлива. Правда, его все равно не хватает, так как потребность в сжиженном газе больше, чем его предоставляют на регион. В Министерстве энергетики ежегодно повторяют один и тот же сценарий. К примеру, в этом месяце вместо нужных 16 тысяч тонн выделили на 5 тонн меньше. В Актюбинской области при потребности 16 тысяч тонн газа выделено 10 960. При поддержке Акимата области дополнительно выделено 2196 тонн газа. Недавно был выделен дополнительный объем 504 тонны с Атравского нефтепереработочного завода и 180 тонн с CNPC. В августе потребность в автогазе в Актюбинской области также составляет 16 тысяч тонн, однако выделят 12 тысяч. И такая ситуация, по словам чиновников, складывается по всей стране. Министерство планирует поднять цены, но в целом для, будем так говорить, правильного потребления автогаза цена должна составлять 65-70% от стоимости бензина АИ-90. То есть это рыночная цена газа вообще в целом должна составлять порядка 140 тенге. Но на сегодняшний день министерство планирует поэтапно эти цены на газ в дальнейшем поднимать. Поэтапно поднимать цены уже начали. С 1 июля в Актобе автогаз подорожал на 5 тенге. Что касается дефицита, который возникает ежегодно в летний период, в том числе из-за большого автотранзита, то с 1 августа в Акимате намерены контролировать поставки топлива. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Информбюро, Актобе.